На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим, что такое эгрегоры и как с помощью эгрегоров осуществляется управление десятками, сотнями, тысячами, даже миллионами людей, причем длительное время. Значит, само слово эгрегор, вот при поиске, откуда оно взялось, такое слово, ну вот я в самом случае нашел два места нахождения. Это вот от слово агрегат, агрегат, это соединение в единое целое разнородных или однородных частей. Вы знаете, агрегат состоит из нескольких частей. И французское слово эгрет, эгретка, это торчащее вверх перо или пучок перьев, украшающих головной убор или прическу женщины. Вот. Все мы знаем, что эгрегоры, они... Вообще-то говоря, слово происходит от различных оккультных учений, всякие экстрасенсы ими пользуются и так далее. Но мы посмотрим на эгрегоры с позиции концепции общественной безопасности. И здесь нам пригодится весь тот арсенал, который мы с вами уже, с которым уже познакомились. То есть, опять, что надо... Такие ключевые вещи, которые надо держать сейчас во время всей лекции при рассмотрении эгрегоров. Я буду стараться напоминать их, но в целом вот эти пунктики такие. Первое, это то, что фундаментом является концепция общественной безопасности. Триединство материи, информации и меры. Это вот первое понимание. То есть и передача информации всегда есть процесс управления. А управление... Надо знать основные положения достаточно общей теории управления, которые мы все рассмотрели. Вектор цели, вектор текущего состояния, значит, обратная связь. Ну, я не буду все перечислять. Устойчивость процесса, полные функции управления. Вот все это нужно при рассмотрении эгрегоров. Иначе это будет некая абстракция, которая, в общем-то, и... замыливают вот это слово и понимание, всякие оккультные учения, всякими красивыми словами, а что за ними кроется, понимания нет. То есть надо наделить четкой мерой. И, конечно, процессы, протекающие в суперсистемах. То есть тоже это надо знать, что, что называется суперсистемой, какие элементы входят, как осуществляется управление, структурное, бесструктурное управление. Вот эти все вещи надо, ну, владеть ими, и тогда станет понятно, никаких, оказывается, тут чудес особенных с этими эгрегорами, ничего тут особенного и нет. Все встанет на свои места. Ну, и с этим мы сейчас последовательно, вообще говоря, разберемся. Итак, происхождение слова мы рассмотрели, а дальше мы уже с вами знаем, вот есть мироздание, да? Все процессы в мироздании носят колебательный характер. И человек, фрагмент мироздания, он также излучает колебания. Это колебание, которое излучает человек, называется биополе. А это биополе человека, раз это колебания, значит, они, эти колебательные процессы, они наделены какой-то мерой. То есть, помните, мы с вами говорили, что есть несущая частота. Значит, ей определяется мощь там колебаний, вот от него как прет там. Вот. А есть модуляция. Модуляция, то есть, это те правила, алгоритм обработки поступающей информации, работы головного мозга человека, то есть, как он мыслит, и образ мысли. И вот этот и является ключевым. Но пока дальше продолжим. То есть, человек излучает биополе, колебания, в мироздании это тоже процесс триединства материи, информации и мира. У человека это тоже триединство материи, информации и мира. Биополем человек воспринимает все и все сразу. И у человека есть чувство меры. То есть вот нас-то учили там зрение, слух, обоняние, осязание. То есть эти вещи воспринимают определенный спектр частот. Ну, глаза воспринимают видимый спектр частот для человека. Уши звуковой, мы же не слышим свет там, да, а воспринимаем его глазами, а звуковой спектр частот воспринимают наши барабанные перепонки, и все это идет в мозг. Вот. А у человека есть чувство меры. И вот чувство меры – это такое же чувство, как и все остальные
чувства, которые есть у человека. И вот через чувство меры человек воспринимает все эти колебательные процессы. Ну, если так представить, вот, наверное, у многих так бывало. Вот со мной случай, в частности, такой был. Значит, на пеньке сидишь в лесу, грибы собираешь, и вдруг такой вот холодок, что такое, вроде бы ничего видимого нет, ни звуков никаких. Оглядываешься, а там сзади тебя гадюк, то есть ползет. Вот что это, я же не видел ее, да? Или, ну, например, такие вещи, которые кажутся чудесами, когда мама проводила сынка в армию, значит, мама там, предположим, в Подмосковье живет, а сынок служит на Тихоокеанском флоте. Мама готовит обед этого Петеньки, и вдруг у нее, ай, что-то там с моей Петенькой случилось. Значит, плохо ей там стало, что-то, все. Потом, когда начинают разбираться, а вы наверняка все эти случаи такие в жизни слышали, то оказывается, да, именно в этот момент там случилось несчастье какое-то, значит, с сыном. Что это такое? А это то, что называется вот непонятными там явлениями во всяких оккультных науках. А на самом деле непонятного ничего нет. То есть мама настроилась, она же переживает за сына, настроилась на определенную волну колебаний. А поскольку их материальный носитель, мама и сын, одинаковые, и если она переживает, живет проблемами сына, то... А сын тоже излучает колебания. И когда с ним какое-то несчастье там или какая-то беда, что человек кричит? Ой, мама там, значит, мысленно или как-то. И все это сказывается. А то, что эти колебания маленькие и, ну, приборами не зафиксированы, это же не значит, что их есть. Вернее, что их нет. Они есть, эти колебания. Вот, собственно, механизм тот же, что мы уже с вами рассматривали. Любой процесс передачи информации, эта информация распространяется во всей Вселенной, колебательные процессы проходят. Вот об этом и пойдет речь. А что такое эгрегоры? Вот сейчас мы будем дальше разбираться. Значит, начнем с того, что сопоставим сравнение восприятия человека и восприятие техники колебательными процессами. Вот бионоситель души человека в мироздании – это вещество его биомассы и общеприродные, то есть физические так называемые поля. Излучение биополей в процессе жизнедеятельности человека происходит. И мы знаем, что труп излучает иначе, нежели живой человек. Нам известно не все множество природных полей, а только вот то, что известно науке. И вот здесь вот эта картиночка разделена на две части. Здесь с одной стороны нарисована приборная часть такая, ну и здесь я изобразил то, что знаю. Вот средства техногенного, техноприборного восприятия мира. Вот есть антенна, например. Ну, космическое пространство изучается, там спутники отслеживаются. Антенна воспринимает какой-то сигнал, который на нее поступает, оно поступает на прибор, и стрелка отклоняется. Значит, вот техноприборная база науки какая? Есть датчики, которые воспринимают какие-то процессы. Ну, вот, в частности, спутник летает, да? Значит, на спутнике стоят датчики давления, температуры, значит, напряжение аккумуляторных батарей, еще что-то, давление человека, если летает. Потом этот датчик, сигнал от него усиливается, проходит преобразование различные, ну, в частности, в цифровую форму переобразовывается. Ведется обработка этого сигнала на вычислительной машине бортовой, потом опять преобразуется, усиливается там и так далее, и идет на регистратор. И вот сидит этот ученый Скворец, значит, и смотрит, ага, вот тут, значит, на перфоленту или куда-то на алфавитно-цифровое печатающее устройство или на компьютер выдается вот то, что пришло, вот этот сигнал. Вот так происходит техноприборное восприятие колебательных процессов, протекающих в окружающем мире. А чувствительность человека, разрешающая способность, распознавание... Распознавательная способность человеческого организма, то есть вот биогенное восприятие миром, оно гораздо выше, чем средства, те, которые вот мы описали. Почему? Потому что организм в целом
и его вся элементная база, клетки, обладают более тонкой структурой, более сложной организацией, чем вот техноприборная база науки. То есть, в отличие от приборов, иерархичность структур живого человека полна и непрерывна. И в человеке, вообще говоря, есть все, начиная от физического вакуума, в котором распространяются физические поля, через атомы, химические соединения, специализированные клетки, образующие ткани тела человека и системы органов, до человека в целом, лично его и общество в целом. То есть, что вот здесь перечислено? Значит, получается так, что все виды материи и агрегатные состояния вещества в человеке есть. И вот здесь, если опять проводить эту параллель, значит, многие природные поля, частотные диапазоны, направленность этих полей, поляризация полей, кодовые системы, которые объективно существуют в мироздании, они в принципе закрыты для техноприборного восприятия. По какой причине? Причин много. По причине неполноты иерархичности структур вот этих технических средств, низкой чувствительности датчиков, низкой разрешающей способности, низкой распознавательной способности. То есть грубость технических средств преобразования информации, искажающих и теряющих ее при переходе с одного материального носителя на другой. Вот что делает техника. Ну и, например, вот как пример можно привести, почему в частности нет и до сих пор фактически наука не признала существование биополей. А потому что только сейчас обнаруживается так называемый эффект Кирлиана. Это Кирлиан, супруги, которые обнаружили по косвенным данным свечение руки, то есть биополе человека было обнаружено сравнительно недавно. И сейчас, то есть не напрямую, а через воздействие биополя на ионы, которые существуют, значит, вот в воздухе, по их свечению определялось существование биополя. То есть не напрямую замерялось, а по результату воздействия этого биополя на вот ионы в воздухе, которые находятся. Эти фотоснимки были получены, но я проиллюстрировал это чем, что почему вот так долго. А техноприборная наука, она гораздо слабее. Но ученый мир весь считает совершенно по-другому. Получается, что вот вся наша культура, она не учит детей осознанно и целесообразно управлять своей чувствительностью, разрешающей способностью, распознавательной способностью, не учат различать разные культуры мировосприятия и мышления, взращивать себе определенную культуру мышления, дисциплину внутреннего и внешнего поведения. А некоторые этому учат. Вот, то есть, если протянуть ниточку опять к тому, что мы говорили о древнеегипетском жречестве, о шаманах, помните, когда начинали рассмотрение глобального исторического процесса, когда детям передавали некоторые навыки, приобретенные вот в ходе истории? Значит, а в целом для быдла, для стада этого ничего не дается, хотя некоторые обладают такими способностями. Более того, их можно взращивать. Так вот, в нашем обществе техника первенствует на вот всем этим. Вместо того, чтобы, короче, осваивать то, что тебе дано генетикой, дано свыше Богом, значит, вот формирует таких биороботов. Бутылка, пивная кружка, так сказать, сигарета в зубы, и вот смотреть, вот техника какая. Значит, вот она умная, все там, искусственный интеллект, вместо того, чтобы взращивать в себе все то, что я сказал. Вот в связи с этим сказанным, многие процессы энергоинформационного обмена между каждым человеком и мирозданием объективно протекают вне осознания людьми их непосредственно и в том числе и вне техноприборного восприятия мира. То есть эти процессы есть в мироздании, но техника их не может различить, а человек вообще считает, что этого нет и быть не может. Но от того, что невозможно воспринять что-то, и то, что
объективно не существует что-либо, это разные вещи. То есть это не значит, что если мы не можем воспринять чего-то, то этого нет на самом деле. Вот о чем идет речь. Поэтому отсюда выводы какие? Вот они здесь перечислены. Значит, по отношению к исследованиям психической нервной деятельности. Если техника грубее и примитивнее, чем человек и общество, то лучшим прибором для познания человека является сам человек и общество. То есть, помните, Великий сказал, человек есть мера всех вещей. Ну, а то, что касается исследования, вот эти, они интересны в первую очередь зомбификатором человечества. Поэтому они что делают? Вот их исследования, ввиду их неполноты там и грубости, они и планируют привести человечество к гибели за счет биороботизации всего человечества. То есть эти сатанисты, используя некие навыки, которыми они обладают, значит, применительно ко всему обществу, они ведут общество к гибели как суперсистему в целом. Значит, для того, чтобы она устойчиво, помните, функционировала, надо, чтобы каждый элементик суперсистемы имел возможность освоить свой генетически обусловленный потенциал. И тогда суперсистема в целом освоит свой потенциал развития, что предусмотрено иерархически высшим объемлющим управлением. А вот эти зомбификаторы, они всего этого лишают, тем самым осуществляют, ну, ведут, вообще говоря, к гибели человечества. Эгрегор, определение. Вот здесь опять картиночка, которую мы будем часто, надо иметь перед глазами. Значит, вот нарисован человек, человек излучает биополе, вот эти стрелочки, и биополем человек также воспринимает окружающий мир. Живые люди, как и вся остальная природа, излучают общеприродные поля. Значит, энергию и информацию по мере предопределяемой бытие всех и каждого, в мере, общевселенской мере. Вот совокупность полей биосферно-органического происхождения принято называть биополем. Ну, то есть, скажем так, вот человек, он излучает колебания, вот эти колебания, они принято называть биополем. Человек чувствует и воспринимает мир не только органами, построенными из вещества его биомассы, но и через общеприродные поля, то есть вот через свое биополе, свойственное его организму, то есть воспринимает информацию своим биополем. А дальше такие рассуждения. Если некое множество людей имеет сходные параметры по энергетике, перечень полей, частоты этих полей, поляризацию и так далее, то биополе излучения людей одной и той же информации многими людьми порождает энергоинформационную систему на полевых носителях, который называется в оккультных науках эгрегор. То есть, если еще, так сказать, проще и загрубленнее сказать, вот я излучаю колебания, вы излучаете колебания, вы излучаете колебания. И если наши колебания совпадают по многим параметрам, то эти колебания входят как бы в резонанс, и они образуют вот эту биополевую структуру, значит, на полевых носителях. А любые колебания, они же несут информацию, наделенную определенной мерой. А веществом что является здесь? Материей. А вот поле является, помните, материя предстает в виде пяти агрегатных состояний. Твердой, жидкой, газообразной, плазменной, физический вакуум. И есть что? Статические, динамические поля и частицы. Вот вам материальный носитель. То есть материальным носителем информации, которая есть в биополе, являются колебательные процессы. То есть само вот это биополе есть материя. Вот вам триединство материи, информации и мира. Ну и для того, чтобы проще было дальнейшее излагать материал, вот здесь схематическое изображение дано. Вот есть, видите, Земля. На Земле вот люди много. Значит, они излучают каждый свое биополе. Если их характеристики совпадают,
то условное схематичное изображение эгрегора можно изобразить так. Вот они образуют некое общее биополе, которое называется эгрегором. И когда вот вы, наверное, встречали, слышали такие, вот канал, подключили, канал ему открыли. Вот этот канал, вот он канал подключения к биополю. Люди излучают колебания биополя, и общность их биополей по сходным характеристикам образует вот этот самый эгрегор. Классификация эгрегоров. Проведем такую в самом общем виде, и дальше тоже будем еще их различать. Эгрегоры различны между собой по входящей в них информации. Вот один эгрегор, у него вот одна информация, другой эгрегор, у него там содержательная сторона, другая информация и так далее. То есть они различаются по информации. Они, эгрегоры, могут различаться по особенности энергетики людей. Значит, вот одни группы людей вот стоят, у них мощный эгрегор, вот такой вот. У других вот скособоченный, у этих мощность маленькая. Могут по особенностям энергопотенциала. Вот у этих потенциал направлен сюда, а у этих вот сюда. По организации управления эгрегором тоже можно различать разные эгрегоры. Вот, например, один эгрегор. Здесь этот человек вбрасывает сюда информацию какую-то, а все ее потребляют. То есть он управляет вот этим. Всеми людьми управляет через вброс информации. Как это делается, мы потом рассмотрим. А вот можно так. Вот есть та же самая схема. Вот она, предыдущая. Но управление эгрегором осуществляет вот этот человек, который оказывает свое управляющее воздействие вот на этого. А тот уже реализует замыслы вот этого человека в управлении людьми. Есть управление со стороны иерархичности. То есть вот один эгрегор и люди, входящие, образующие этот эгрегор. А с более высокого уровня на этот эгрегор оказывает управляющее воздействие другой эгрегор, где мера понимания, алгоритм, внутри которого гораздо мощнее, чем этот. Вот люди, они близки по параметрам их энергетик между собой. И несмотря на особенности вот всех этих параметров энергетики людей, обусловленные генетикой, физиологией, значит, общеэмоциональным строем, то есть типом психики человека, настроением в определенный момент времени, люди между собой все-таки близки. Поэтому в образовании человеческих эгрегоров более значимы информационные особенности людей и общность людей, а не энергетическая совместимость, которая изначально обеспечена принадлежностью там, к народу, к какому-то расе и вообще к всему человечеству. То есть, ведь мы же по материальному носителю, смотрите, мы все одинаковые. То есть, мы состоим из чего? Из того, что мы едим и пьем, так? А едим и пьем мы приблизительно тоже одинаково. Воду там едим, картошку, каши там, ну, разница небольшая. Вот. А информационная, содержательная сторона нашего поведения, она различная, и определяется она как раз мерой. Но об этом чуть позже. Значит, дальше, если говорить об классификации эгрегоров, то людские эгрегоры входят в биосферные, те в общепланетарные и так далее, вплоть до эгрегора мироздания. Ну вот здесь условно, скажем так, вот эгрегор людей, предположим, ну, сибиряков, мы сейчас в Тюмени, значит, вот группа людей, сибиряки, у них свой эгрегор, обстоятельный такой. Это вот уральский эгрегор, значит, это эгрегор московский, там еще какой-то. Вот это все людские эгрегоры входят в эгрегор биосферный. А биосферные эгрегоры, значит, они входят в эгрегор планеты Земля. То есть один эгрегор это в Австралии, другой эгрегор там, значит, в Антарктиде, еще где-то. Вот эгрегор планеты Земля. Этот эгрегор входит в эгрегор галактики, ну и так далее, вплоть до эгрегора мироздания. Эгрегоры могут быть взаимно вложенными. Помните, мы с вами взаимно вложенные изучали суперсистемы, когда одна в одну входит? Вот это тоже есть. То есть, когда они
один эгрегор входит, как бы размещен вот в этом, а этот в этом. Они могут дополнять друг друга какой-то частью. То есть вот этот зеленый эгрегор, он дополняет своей частью вот этот красный, то, что на схеме обозначен. А красный дополняет какой-то своей частью зеленый эгрегор. Это в первую очередь будет определяться мерой, потом мы об этом поговорим. Эгрегоры могут быть нейтрально совместными. То есть вот когда эгрегоры соприкасаются между собой, то ничего не происходит. Вот. А могут быть взаимоантагонистическими, то есть между ними вот неприятие друг друга. Ну, то, что вот иллюстрируется этим рисунком, ну, все вы наверняка тоже оказывались в такой ситуации. Вот идет вечеринка какая-то, компания, там все веселятся, всем все хорошо, то есть все излучают каждый свое биополе, там танцулька, еще что-то, разговоры идут, там, в зависимости от возраста, хорошие или плохие, вопрос другой. То есть все, эгрегор есть, вот он в этой вечеринке. Вдруг дзынь-дрень, звонок, приходит новый человек куда-то, и он рта еще не открыл. Вот он вообще ничего не сказал, ни на кого не посмотрел, но ситуация распалась. Что такое? А это вот влияние, то есть пришел носитель другой информации. То есть и люди неосознанно это чувствуют, вот. Это выражается в их поведении, все сходу. То есть эгрегоры взаимно антагонистические. А в пределе, вообще говоря, они определяются вот в самом-самом пределе концепциями. То есть одна концепция, другая концепция. То есть неприемлемы. И на уровне биополей это чувствуется. То же самое противостояние между различными эгрегорами различных религиозных культовых ритуалов и так далее, то есть церковных ритуалов, ну, имеется в виду там, в частности, вот, псевдохристианство и коранический эгрегор, там, католики и православные, их же тоже поделили всех. Если уж говорить о принципе «разделяя властвуй», то христиане тоже неоднородны. Как, впрочем, и в Коране, там есть шииты и сунниты, то есть и исламисты, они тоже разные бывают. Ваххабиты, вот мы о них говорили. Вот эта взаимная неприязнь, чем она порождается, мы рассмотрим чуть дальше. Значит, эгрегор – триединство материи, информации, мира. Что это означает? Вот поскольку мы говорим, что все процессы носят колебательный характер, представляют процесс триединства материи, информации и мира, посмотрим на эгрегор с позиции вот этого триединства. Итак, в энергетическом отношении, то есть в материальном отношении, почему? Потому что мы говорили, энергия – это переходная форма существования материи. Помните, когда изучали богиня Нет, это материя, Неф – энергия, Пашт – пространство и бог Себек – бог времени. Это вот то ложное представление о мироздании, которое реализовало древнеегипетское жречество через четырех единого божества Амуна, Аминя, Аменя. Вот. А на самом деле энергия, это вот, когда она появляется, когда, например, полено горит, да, то есть оно переходит из твердого состояния в газообразное, при этом мы видим, выделяется энергия. То есть это переходная форма существования материи. Поэтому в энергетическом, то есть материальном отношении, люди порождают эгрегор точно так же, как электростанции и другие электрические параметры, потребители, включенные в сеть. Ну и вот здесь нарисована картиночка, смотрите. Вот есть тепловая энергостанция. Есть гидравлическая энергостанция, есть атомные электростанции. Они включаются через линии электропередач, ЛЭП-500 там и так далее, и дают ток потребителям. И к ним подключаются заводы, фабрики, утюги, телевизоры и так далее. Как работает эгрегор с точки зрения? А вот есть люди. Вот. Они излучают колебания. И потребляют колебания. И вот в одном эгрегоре могут существовать, то есть одни, те, которые излучают колебания, они
как бы дают туда энергию. О, от него там, знаете, как она говорит, от него прет энергетика, так и прет. А другие, тех, которые называют вампирами там или как, они потребляют эту электроэнергию. То есть вот утюги там, телевизоры и так далее, они не могут находиться без подпитки сильных людей, так называемых, энергетически сильных. Вот, это не значит, что они вампиры нехорошие, там, кровососы. Хотя иногда в отдельные периоды и вот эти могут наоборот потреблять. То есть, в отличие от этой системы, вот эта система более гибкая. Но важно понять принцип, что в энергетическом, то есть материальном отношении, эгрегоры людские, они так, отдельные люди осуществляют подпитку эгрегора, накачку его, а другие являются потребителями вот этой энергетики. В информационном отношении люди порождают эгрегор точно так же, как множество компьютеров, соединенных каналами обмена информацией. Ну, берем техническую сторону. Вот есть линии связи, и вы знаете, интернет там в частности есть. Значит, вот персональный ЭВМ. Они подключаются к линии связи, и через линию связи могут обмениваться информацией. Вот. Точно так же работает эгрегор. То есть вот есть люди, у нас компьютер где? В голове, так ведь, да? Значит, своя вычислительная машина. Поэтому через излучение, колебания мы передаем информацию в эгрегор, а другие эту информацию могут считывать. То есть вот она немножко, если вид сверху сделать, то вот эти компьютеры персональные, а это что? Мы видим суперсистема. Помните схему суперсистемы? Каждый элементик обладает памятью, на основании которой он может самоуправляться, он может передавать информацию другим элементикам, управляя ими, и принимать информацию от них. Тем самым тоже по отношению к нему они оказывают управляющее воздействие. Вот вам, так сказать, эгрегор как работает. Как видите, ничего хитрого абсолютно нет. Вот знания достаточно общей теории управления позволяют, и проводя эти кибернетические аналогии, все сразу становится на свои места. Но как? Вроде бы просто. А что надо в основе всего лежит? А надо признать объективное существование информации, чего нет у наших материалистов. Так ведь? Они говорят, нет, материя, все состоит из материи. Вот. А на самом деле информация объективно существует. И эта информация, она размерена. Она же не просто так, вот я говорю слово «а», «о», «у». Это информация. Но мерой является что? «А» – одна мера, «б» – другая мера и так далее. Поэтому буквы – это меры. Значит, а находятся эти буковки, которые несут информацию на материальном носителе. Вот сейчас материальным носителем является проводящая среда, вот воздух, да, а это газообразное вещество. И эта информация пересаживается куда? На кинопленку, на магнитную ленту, которая записывает вот это. То есть материальным носителем обязательно может быть. Информация не может быть без материального носителя. Она всегда находится на каком-то материальном носителе. Вот. Вот то, что касается в информационном отношении. И мерой в эгрегоре является алгоритм преобразования этой информации в процессе эгрегориального управления теми, кто образует эгрегор. Этот алгоритм проявляется в статистике массового поведения. То есть, ну, алгоритм что? Это Аль-Хорезми, если помните, такой был ученый, араб. То есть, это последовательность действий. И мозг человеческий, он же, мы мыслим-то не просто так, знаете, как там каша в голове, хотя у некоторых она есть, а всегда рассуждаем в определенной последовательности, и информацию получаем в определенной последовательности. Увидели какую-то картину, ага, это вот то-то, что там происходит, этот человек идет к этому. Зачем он идет? То есть у нас есть как некая последовательность действий, рассуждений. Вот в пределе этот алгоритм наших последовательных действий, он что? Это правила жизни, по которым мы живем. То есть мы же принимаем различные решения, как повести себя в такой-то ситуации. Если мы видим что-то, как соотнестись к этому явлению? Значит, что надо делать в том или ином случае? Поэтому бесструктурно нами управляют
какие вещи, вспоминайте приоритет обобщенных средств. Христианина учат, ударили по правой, подставь левую. Бог терпел и нам велел. Вся власть от Бога. И человек ведет себя соответствующим образом, вероятностно предопределенно в ситуации. Вот создается ситуация, а у него в голове-то эта информация есть, наделенные меры. Он говорит, ну что ж тут, теперь ничего не поделаешь. Вот так вот масло подорожало. Вот, то есть правила жизни, по которым мы живем, они в пределе сводятся к двум. Одни живут по совести, в соответствии с чувством меры, с Богом. Другие против Бога, которые живут по безнравственной концепции, значит, которые специально вдалбливаются в умы через приоритеты обобщенных средств, в том числе вот через религии, идеологии, исторические мифы, знания соответствующие. Это формируя у людей калейдоскоп. И для одних людей их алгоритм, верный алгоритм, все процессы взаимозависимы, взаимообусловлены. И тогда, если он видит одно явление, то он сразу рассуждает. Рабочие бастуют. А почему они бастуют? А потому что им зарплату не выплатили. А почему им зарплату не выплатили? Хозяин виноват. И можно вообще на этом остановиться и сказать, ну, это вот фабрикант, он нехороший там что-то. Но тот, кто знает, в совокупности знает иерархию управления, он сразу подумает, а почему он не выплатил? А потому что кризис мировой кредитно-финансовой системы там, или ему не дали кредит. А почему ему не дали кредит? А потому что его фирма должна лопнуть. А почему его фирма должна лопнуть? А потому что осуществляется глобальная политика по отношению к нашей стране, когда, согласно которой, значит, наша страна должна быть СССР, Россия расчленена и так далее. Ну, то, что мы с вами рассматривали. Если вот такое целостное представление, одно мировоззрение, один алгоритм, а другой алгоритм по калейдоскопу, а он этого не знает, это не знает, он чего? Значит, вот этот хозяин плохой, он мне ничего там и так далее. Все. То есть он причины следственных связей не знает, ничего, как осуществляется управление. Вот. И уж если мы коснулись этих забастовок, то почему разрешают все эти забастовки, демонстрации там, и более того, их поощряют? Потому что через эти забастовки, демонстрации выпускается пар из народа. Вот. Посредством этого ничего не решается, и кардинально изменить ничего невозможно. Поэтому, более того, эти забастовки, например, нужные, помните, к чему привели забастовки шахтеров, значит, при Ельцине? Они способствовали разрушению народного хозяйства страны. Почему? Шахтер бастует, угля нет, ТЭС не вырабатывает электроэнергию, электроэнергия не вырабатывается, значит, металлургический завод, доменная печь остановилась, металла нет, комбайны не делают, зерно косить некому. Все. Вот вам причина следствия. То есть на кого эти забастовщики работают? Они отстаивают свои интересы, за права борются. Но не зная в целом работу народохозяйственного комплекса, они работают по своему же собственному развалу. И после забастовка масло подорожало само. А почему масло подорожало? А потому что молоко стало дороже. А почему? А потому что корову кормить нечем было. Вот, поэтому знание и такое вот целостное восприятие мира, оно тогда поставит вопрос не перед тем, что бастовать надо, а перед тем, что концепцию надо менять, а забастовками ничего не решишь. Более того, забастовки нужны для развала страны. Но если вот так неподготовленному человеку говорить, они скажут, какой ты патриот, ты не борешься за права народа. Поэтому эти их правила вот все, они как раз толкают людей на забастовки. Лишь бы не разбирались в причинах, значит, происходящих событий. Поэтому вот через триединство материи, информации и мира надо четко представлять. Итак, еще раз подчеркиваю, эгрегор – это биополевая структура, то есть он материален, и без человека он существовать не может, человек излучает биополе. Он несет в себе определенную информацию, которая размерена в соответствии с мерой. Вот. Но это не мешанина разных людей, а эгрегор, он как раз
определяется определенным видом информации, когда она совпадает с информацией, которыми обладают другие люди, то есть совпадение в мерах. Кибернетическая аналогия, значит, разовьем дальше вот то, о чем мы говорили. Итак, вот есть эгрегор, есть люди, вот они, раз, два, три, там их много. Они излучают биополе, получается некий эгрегор. Значит, они передают информацию, и вот если рядом, внизу противопоставить, что это вот одна вычислительная машина, другая, третья и так далее, ЭВМ. Если есть компьютерная сеть и есть программное обеспечение, это комплекс алгоритмов, который обеспечивает работу вот всей этой компьютерной сети, то эта компьютерная сеть может быть целостной информационной системой, иерархически высшей по отношению к каждому из входящих в нее компьютеров. То есть получается, что эгрегор, так скажем, в общем, он гораздо мощнее, нежели вот один человек или один компьютер. То есть эта вычислительная сеть, все знают, она гораздо мощнее, нежели мощность одного компьютера. Разница только в том, что человек сложнее вычислительной машины, и возможности энергоинформационного обмена людей гораздо шире, чем в любой компьютерной сети. Вот. Итак, еще раз. Эгрегор образуют люди. Люди по совпадению биополей образуют некий эгрегор. Значит, определяющим в эгрегоре является информация и мера. Они через эгрегор могут обмениваться между собой. То есть они образуют компьютерную сеть. И получается, что эгрегор в этом смысле гораздо мощнее одного человека. И если человек, уж забегая вперед, значит, может войти в эту сеть и подключиться, канал ему открыли, то он может овладевать знаниями, которые ему до этого не принадлежат. То есть ему, вот на этой картинке можно показать, что когда люди говорят, ко мне пришла мысль, следует задать второй вопрос, откуда она пришла? То есть она что, от химической реакции в мозгу появилась или вот... Вот такая картинка, она дает ответ, откуда приходят мысли и вообще откуда что берется. Вот. В развитой компьютерной сети распределение информации, функциональной нагрузки по ее элементам может быть различным. От управления сетью как некой целостностью входящих, как некой целостностью, включая и управление свободными ресурсами, входящих в нее элементов, до решения частных задач, которые самостоятельного интереса не представляют, но важны как фрагменты более общих задач. Подобные процессы протекают и в обществах людей, и в биосфере в целом. Поэтому различные информационно-кибернетические аналогии позволяют понять многое в жизни общества и биосферы. Эгрегоры и техносфера. Вот на картиночке нарисован опять человечек стоит. С одной стороны у него травка зеленеет, солнышко блестит, птички поют. А с другой стороны автомобили ездят, бензин, значит, пары выбрасывают. Самолеты летают, химзаводы дымят трубами всякими с газами и так далее. Значит, техносфера порождена биосферой, то есть вот все, что вот, это создано, вообще говоря, человеком, а человек – часть биосферы, между прочим. Но техносфера оказывает влияние на биосферные эгрегоры. Технические средства обработки, хранения и передачи информации – компьютерные сети, радио, телевидение, кино, пресса – они вовлекают людей в техносферные информационные потоки и потому являются техническими средствами поддержки различных эгрегоров. О
вот смотрите, картинка очень интересная в этом смысле. Итак, вот есть люди. Раз, два, три, четыре. Вот люди. Они образуют эгрегор. Но люди соприкасаются с техносферой. Вот смотрите, один смотрит, что это у него тут, персональный ЭВМ. Вот этот смотрит телевизор. У этого, значит, магнитофон или там приемник с наушниками. Значит, этот газету читает. И кроме того, что эти люди подключены вот к эгрегору своими биополями, значит, технические средства оказывают свое воздействие на их меру понимания, то есть, вообще говоря, на их биополе. Поэтому та информация, которую они потребляют, эти люди из приемников, магнитофонов, там, значит, из газет, она попадает вот в этот эгрегор. То есть технические средства, они оказывают свое воздействие на формирование вот этого эгрегора. Поэтому телевидение особенно и радио, ну, менее, но тем не менее, тоже оказывают. Они сейчас выступают как средство наиболее синхронного замыкания психики множества людей на определенные эгрегоры. То есть, ежели по средствам вот все люди смотрят телевизор, да, а вечером программа там одна идет, «Поле чудес в стране с дураков», то есть все сели и смотрят, значит, и их психика, то есть то, что из телевидения что льется на них? Информация, наделенные меры, там идут определенные видеообразы, слова произносятся, что хорошо, что плохо, то есть осуществляется управление этими людьми с экрана телевизора. И их алгоритм, этих людей, настраивается на этот ритм, который с экрана телевизора льется. А поскольку они сопряжены с эгрегором, это все уходит туда, через канал. Поэтому они являются современные средства, вот телевидение особенно, это является вообще, вот аналог это что? Раньше замыкание психики множества людей через эгрегор делалось где? Каждую субботу в синагогу на промывание мозгов. Ну, имеется в виду и в церковь христианскую, и так далее. То есть клубов-то не было, телевизоров не было. Куда? Надо было ходить. Вечерняя, обедня, воскресная служба. И туда приходили, и поп им говорил, как себя вести, что надо делать. Бог терпел и нам велел, все. То есть то же самое информационное воздействие, замыкание психики людей на определенные стереотипы поведения. Формирование эгрегора. И каждый человек, с одной стороны, сам формировал, а потом становился заложником этого эгрегора. Потому что то, что в него вкладывалось через средство поддержки, тогда это вот средство поддержки, это был храм. Храм. Там синагога или церковь, или еще чего, какая католическая там, или еще. Все. А сейчас средство синхронной поддержки, это вот телевидение, самое мощное. Потому что телевизор все смотрят. Вот. Значит, дальше идем. Компьютерные игры. Вот сейчас они очень модные. Детишки многих родителей занимаются, и родители спрашивают, а вот хорошо это или плохо? Ну, это смотря с позиции какой концепции смотреть. То есть то, что мы говорили, человек может быть, жить в трех типах цивилизации, в биогенной, в технократической и техносферной, значит, это вот три разные. То есть если он заложник техники, одна ситуация. А если техника ему помогает, это другая ситуация. А теперь посмотрим на компьютерные игры. Чем они отличаются от телевизора? А дело в том, что компьютерные игры – это программирование психики людей в диалоговом режиме. То есть, если человек смотрит телевизор, да, на него оказывается информационное воздействие, и он думает, ага, так, не так, там, то, сё, он еще что-то рассуждает, то тут ручки-то где лежат? А ручки-то лежат, вот они, на мышке там или где? Значит, на клавишах. А что это такое? А это есть обратная связь. То есть, вот смотрите, если нарисовать. То есть, если компьютер и та информация, которая из него вытекает в глаза человека, это субъект управления, то человек получается объектом управления.
То есть вот у него тут, видите, падают эти дурацкие квадратики, и он сидит, значит, чпок-чпок там, туда это падает, и он, все, он прикован, он не может. А обратной связью он скован руками, прикован туда, все, как цепью. Он уже пленник, невольник этой игры компьютерной. Обратная связь более устойчиво удерживает его в повиновении. Так проще всего программировать. Вот, чтобы вы поняли силу и мощь обратной связи, значит, сейчас во многих телевизионных передачах, в радио, которые там русское радио, русское видео, русское золото, сами понимаете, что оно на самом деле, значит, там обратная связь в чем заключается? А радиослушатели все время их вызывают на диалоговый режим. На телевидении это режим прямых звонков, на радиостудиях тоже режим прямых звонков. Это что? Приковать внимание. Это позволяет более жестко управлять этими людьми. Держать их, это, ну, образно говоря, на куконе, на поводке. Все. Обратная связь. Приковал уже. Значит, ну вот она еще раз. Объект управления, субъект управления, результат и обратная связь. Вот вам, пожалуйста. Значит, что делают эти компьютерные игры, которые позволяют осуществлять более глубокую зомбификацию, чем это делает телевидение. Но и в телевидении, как я уже сказал, эта зомбификация сейчас усиливается так называемыми прямыми звонками в прямой эфир, опросом общественного мнения. Вот этот опрос общественного мнения, кроме зомбирования, он еще и выполняет функцию тестирования. То есть, а что народные массы, что они понимают, что они не понимают. Поэтому это вот голосование за всякие там, это на ринге, мы с вами говорили, Соловьев там к барьеру ведет. Во-первых, а судьи кто там эти сидят? А потом они смотрят, ага, сколько предпочтения дает тот или высказывание того или иного недоумка, который участвует на этом ринге. То есть, ага. Значит, можно и дальше лохотронить, то есть они ничего не понимают. Но это с одной стороны. А с другой стороны, особенно во время избирательных кампаний, вот эти опросы общественного мнения, они программируют людей на принятие определенного решения по отношению там, к кандидату. Как это делается? Ну, например, шансы у многих равны, идут там 5 человек. Но рейтинг все время, причем с опросом общественного мнения, этот опрос, как говорил Остап Бендер, делается в Одессе на Малой Арнаутской улице. То есть можно сделать там, значит, высвечивает вам по экрану, за этого проголосовало 20, а за этого 5. А вы проверите, что ли? Это делается нажатием кнопки на компьютере, и все эти рейтинги. Значит, но можно что сделать? Спрограммировать. Вот вам надо, чтобы этот выиграл, да? Поэтому вы ему с самого начала говорите, вот это, у этого рейтинг там 80%, а у этого что там 1-2%. А? И так день вам показали, 2 показали, 3 показали. И все даже, которые хотели голосовать, вот мужик-то дело говорит, но у него же 1%, он все равно не победит. Поэтому либо я вообще не пойду за него голосовать, потому что правды нет. А остальные говорят, а что, я лучше вот за этого, по крайней мере, уж там Зюганов, вот у него хоть какие-то проценты там. Вот как делаются это рейтинги, то есть программируют поведение людей. Где мы с вами это проходили? Мы проходили в достаточно общей теории управления. Управление вероятностными предопределенностями, бесструктурное. Я оказываю такое воздействие на множество людей, информации соответствующего характера. Я не говорю им, голосуйте за этого. Но я даю в такой упаковке информацию, что все вероятностно предопределенно сделают то, что мне надо. Все. Ну, то есть это фактически то же самое распространение слухов. Этот самый рейтинговый. То есть этот самый, он умный, все там. За него много, за него все. Поэтому телевидение — это страшный инструмент зомбификации по всем вопросам. Но я еще говорю, это вот с одной стороны. А с другой стороны, когда вам надо изучить общественное мнение, вы наоборот можете, а можете совместить, можете себе откачать правду, да, то есть то, что мнение народа, а народу дать то, что вообще они
не должны знать и не должны понимать. То есть решить две эти задачи одновременно. Узнать истинное настроение людей, но дать им такое, которое программировало бы их на решение тех задач, которые вы поставили перед собой. Хотя при помощи техники можно содействовать образованию и деятельности эгрегоров, но грубость техники по сравнению с организмом человека не позволяет сделать биоробота из того, кто хочет сотворить себя человеком по Божьему предопределению. О чем идет речь? Речь идет о том, что если человек, вот даже на него действуют там телевизоры и все эти, значит, зомбификаторы и так далее, но если он стремится узнать правду, истину, если он, значит, не хочет быть роботом, а обладает вот этим чувством меры и развивает ее, то на него все эти, значит, влияния оказывать не будут. И самый верный путь – это путь выхода этого человека непосредственно на общение с Богом. Вот. Фактически это то же самое, что с проблемой формирования искусственного интеллекта. Значит, попытка вот зомбификации и так далее. То есть это попытка протезирования собственных мозгов при нежелании заняться их развитием, тем, что дано человеку Богу. Вот. Поэтому тот, кто хочет, он разберется во всем. А концепция общественной безопасности, она только подспорье ему в этом деле. Взаимодействие человека с эгрегорами. Значит, эгрегоры и люди, они обмениваются между собой энергией и информацией. Значит, ну и вот этот эгрегор нарисован, то есть люди, значит, выдают туда свою мощь, энергетику, выдают информацию, некоторые потребляют эту информацию и так далее. То есть идет обмен энергией, информацией через эгрегор. Ну вот рассуждения интересные. В момент смерти все знают, что организм излучает поля, которые уносятся из человека в момент смерти, уносят душу от тела. И вот здесь на картиночке изображено. Вот жил человечек, вот он. И вот он, как говорится, там отдал Богу душу, или кому отдал, большой вопрос. То есть кому он отдал? Значит, вот давайте посмотрим. Значит, в зависимости от того, по каким правилам человек жил, то есть какие колебания он излучал, то есть какой мерой он обладал, значит, вот вероятностно предопределенно его душа попадет в тот эгрегор, который соответствует его колебательным процессам. То есть вот эгрегоров-то вообще много, но по образу мыслей, которые есть у человека, его душа попадает, ну, в тот эгрегор в соответствии с теми мыслями, которыми он жил. Поэтому, ну, в пределе, то, что в религиях, там, в различных оккультных науках попадают в два максимально различных эгрегора – в рай и в ад. Что такое рай? Это там, где люди праведные, в ладу друг с другом живут и так далее, то есть вот этот эгрегор. А ад – это там, где нехорошие, то есть все вот, поэтому они друг с другом ругаются, там жарят на кострах, в котлах и прочее, то есть гадости друг другу делают. Вот. Все это описано там красочно, много там вранья, конечно, но суть-то в чем? И вообще говоря, бессмертие человека в чем заключается? Вот, его души, душа человека бессмертна. А это действительно так. То есть материя умерла, а биополе человека живет. Это так же, как вот, знаете, даже пьеса была Чайковского такая, в молодость у меня, знаю, «Свет погасшей звезды». Вот все мы знаем во Вселенной, ученые, астрономы, они говорят, звезда погасла, но свет ее идет через Вселенную миллионы и миллиарды лет. Ее уже нет, а мы все считаем, что она живет. Так и человек. То есть материя его, тело, телесное, видимое, твердое, жидкое и газообразное, умерло,
А биополе продолжает жить где? В резонансных явлениях на других материальных носителях, в частности, в эгрегоре, в биополе. И его мысли, все, чем он мыслил, оно там находится, его частоты. И что такое мысль, если вот проводить аналогии из физики, которую, в принципе, все учили? Это частота, ну, шифр, так скажем, то есть мысли человека, они записаны определенным кодом, шифром. Значит, букве А соответствует там одно колебание, Б другое колебание. Если слова и мысли, это все вот масса колебаний. И эти колебания в процессе жизни человека, они выдавались туда, и там они живут. Поэтому никакой хитрости здесь нет в том, что если обладать определенными психотехниками и настроиться на определенную волну, помните, мы с вами говорили о стяжании Духа Святаго. Что делали русские святые? И Серафим Саровский восстановил учение о стяжании Духа Святаго, то есть вступить в диалог с Богом. Человек состоит из того, что он ест и пьет, поэтому они садились на хлеб и воду, чистили свои клеточки, значит, своего тела, организма. А чтобы настроиться на нужную волну, они молитвы сотворяли, уходили от шумов, чтобы помех не было. Приемник, ведь человек тот же самый, приемник и передатчик. Ну и с точки зрения приемника, вы знаете, дома приемник крутите, если трамвай рядом там идет или еще что-то, там шумы всякие, свисты, значит, треск и так далее. Так и здесь. Шумы не нужны, поэтому они уходили куда? В церковь. Почему? Уходили из церкви куда? На природу, в лес, где тихо. Почему? Потому что в церкви много шумов. Трески трамвайные, попы поют, женщины красивые ходят. Человек отвлекается, и он, так сказать, он мысли о Боге там нету. И все эти молящиеся, они смотрят на этого батюшку. Посмотрит на меня батюшка или нет? И когда батюшка посмотрел, уловил свой взгляд. Там и мысли о Боге-то нет. Значит, как свечку держать, когда голову наклонить, когда поднять, там все эти ритуалы. Вот. Я 3 года своей жизни посвятил вот изучению всего, что там есть в этих ритуалах и так далее. Там Богом-то и не пахнет. Все там, значит, идет строго по намеченной программе, по спектаклю там. Когда что надо петь. И человек не думает, а думает о том, как ему выполнить ритуал, понимаете? А не о том, чтобы с Богом связаться. Монахи песни поют, слова красивые, звуки красивые, всякие там одеяния красивые, алмазы там, значит, хрусталь, еще чего-то. Поэтому вот это все отвлекает. Ну, я думаю, вот мы достаточно уже уделили этому. Дальше что? Вот многие люди по характеру информации, несомой ими, и разным фрагментам своего информационного багажа, которым они обладают, они могут соотноситься и соответствовать различным эгрегорам. И вот здесь картиночка нарисована. Один и тот же человек по характеру той информации, которую он обладает, он может принадлежать одному эгрегору, может второму, может третьему, а может и нескольким. Более того, поскольку информация, его настроение, психики меняется, то человек может принадлежать разным эгрегорам даже в течение одного дня. Вот он, значит, спокойный, утром проснулся, ему все хорошо, он в эгрегоре, так скажем, нормальном, так его назовем. Потом пришел на работу, значит, там понервничал, тут понервничал, там выругался, там его вывели из себя, он завибрировал, у него там, значит, состояние психики изменилось, он попал в злобствующий эгрегор. И это все раскручивается в нем, злоба растет и так далее. Почему? А он по образу мысли настроился на определенный эгрегор, а тот ему в этом помогает. И идет раскрутка, он не может никак вырваться. Поэтому ему надо расслабиться, что-то там закурить. Но тут он попадает в эгрегор курильщика, и пошло-поехало. То есть в течение дня можно переходить, это не значит, что ты прикован вот к одному эгрегору. Поэтому вспоминайте классификацию. Мы говорили о том, что могут быть взаимно вложенные эгрегоры. То есть эгрегор курильщика может быть вложен в злобствующий эгрегор, то есть объемлющий его и так далее. Значит,
Это же касается и биополевого соответствия, то есть особенности настройки не только информации, но и энергетики человека. То есть как он излучает эту информацию, мощная она, не мощная, потребляет или отдает ее и так далее. Ну и мы уже сказали, что вследствие этого в различные моменты своей жизни, ну и даже времени суток, люди могут находиться под влиянием различных эгрегоров, взаимодействовать с ними. И эгрегоры могут оказывать свое воздействие и энергетическое, и информационное на одного и того же человека одновременно, дополняя друг друга, чередуясь между собой, либо вступая в конфликты друг с другом. Время жизни эгрегора. Вот картиночка, на ней изображено время жизни. Вот здесь видите, наверху временная шкала протяженностью в несколько тысяч лет. Внизу, кстати, для сопоставления нарисовано вот соотношение эталонных частот биологического и социального времени. Это можете порассуждать, что происходит с эгрегорами после того, как соотношение эталонных частот в середине прошлого столетия изменилось. И социальная частота стала больше биологической частоты эталонной. Вот. Ну уж отвечу, коль задал вопрос. Значит, эгрегоры неустойчивы, они разрушаются. Происходит их разрушение, в частности, и того же библейского эгрегора, так как информация быстро меняется, и все тайное становится явным. А поскольку все там основано на лжи, то ложь раскрывается. Но важно понять здесь вот что. Вернемся к началу этого рисунка. Вы видите множество людей, порождающих некий эгрегор. И их персональный состав и численность в течение, вот эгрегор скользит по этой временной шкале. Одни люди умирают, другие рождаются, подключаясь к этому эгрегору и подпитывая его. И так вот эгрегор, перетекая, меняя материальных носителей, вспоминайте суперсистемы, значит, с возобновляемой элементной базой. Помните, для чего мы это говорили? И эволюционирующий. Вот он плывет по этой шкале. Значит, поэтому время жизни эгрегора может быть весьма продолжительным исторически и охватывать многие поколения. Поэтому те, кто сформирует эгрегор, они формируют его, значит, и знают, как его поддерживать. Это вот оккультные школы всевозможные, церковные ордена там и так далее, они эти вещи все знают. Они, может быть, это называют другим языком своим, терминологическим. Более того, они могут и скрывать это, и только это знают посвященные. Среди них многие, может быть, церковники там и не знают, что это такое. Но фактически это вот так, как мы с вами сейчас рассмотрели. Следующее представление об эгрегоре. Эгрегор – это единый организм. Вот здесь картиночка такая, и на ней нарисован. Но это я еще раз подчеркиваю, это схема, это не так. То есть, вообще говоря, в эгрегоре это можно сказать, как бы бесформенное. Вот форма совсем другая. Но поскольку мы привыкли к неким стереотипам, вот раз организм единый, значит, ну вот на примере, давайте рассмотрим человеческого организма. Вот нарисован человек, состоящий из эгрегоров. А человек состоит, вы знаете, из многих клеток, органов и так далее. Так вот, эгрегор в целом единый организм, но образованный не из вещества, а из полей, которые есть у людей, входящих в этот эгрегор. А эти поля какие? Одни вот определяются вот такой частотой поляризации, вот эти определяются, значит, такой поляризацией. Дальше, по отношению к эгрегору, биополевая структура каждого человека и группы людей занимает то же иерархическое место, что в составе индивидуального человеческого организма занимают клетки, специализированные органы, системы органов. То есть можно говорить, вот здесь нарисован, вот легкие. Значит, вот там почки, вот сердце, вот глаза, вот мозг там.
То есть эгрегоры, они также соотносятся вот с эгрегоры биополя отдельных людей там, или группы людей. Они так же, как клетки и специализированные органы, либо система органов, кровообращение и так далее. Все это вот определяет характер организма эгрегора. Разница только в том, что сборка организма эгрегора в единую целостность в иерархии мироздания осуществляется не на уровне вещества биомассы, а на уровне биополей. Вот и вся разница. При этом подобно тому, как в человеческом организме идет процесс обновления клеток, так и люди рождаются в долгоживущих эгрегорах, растут под их опекой, а став взрослыми, своими биополями поддерживают эгрегор до своей телесной смерти или до выхода из данного эгрегора. Следующий вопрос, следующие сведения об эгрегорах. Эгрегор – надличностный фактор управления. Рассмотрим, что это значит. Действия, входящих в эгрегоры людей, вот смотрите, люди опять нарисованы, вот их в целом биополевая структура, эгрегор, вот они туда входят каналами связи, значит, общаются между собой. Так вот эгрегор. Действия, входящих в эгрегор людей, координируются эгрегором так, чтобы они дополняли друг друга в соответствии с личностными возможностями каждого человека в неком целостном эгрегориально-целесообразном процессе. То есть действие каждого конкретного человека – эгрегор, а он надличностный фактор, то есть он мощнее каждого человека. Он, обладая сведениями обо всем, он так организовывает деятельность вот входящих в него людей, что они своими действиями, поступками, там, мыслями и так далее, они дополняют друг друга в неком целостном алгоритме, по которому живет этот эгрегор. Это осуществляется через дальнодействующие каналы энергоинформационного обмена биополевого характера. Вот эти каналы. И мы с вами говорили. И это имеет место даже тогда, когда люди не знают ничего друг о друге, а о каждом из них знает, в кавычках, эгрегор, коллективный дух. Кстати, вот из русских сказок, то, что опять открытий-то никаких нет, вы помните... Значит, там про Кощея Бессмертного, Иван Царевича там и прочее. Там помните такой есть термин? Баба-Яга, здесь русский дух, здесь Русью пахнет, Пушкин. То есть вот коллективный дух, это эгрегор, это и есть вот, коллективный русский дух, вот это и есть эгрегор определенный. Каждый эгрегор – надличностный фактор, способный к разнородному управлению и управляющий людьми в большей или меньшей степени. Это не значит, что вот еще тоже надо понять, что эгрегор вот нами управляет как биороботами, вот так вот. Нет, он опять управляет вероятностными предопределенностями. Иногда довольно жестко. И когда человек живет же в определенных обстоятельствах, и когда эти обстоятельства такие жесткие, то человек иногда мгновенно реализует то, что ему идет свыше подсказка. То есть через эгрегор он управляется. Вот. Ну а дальше, дальше разберем, то есть как понимать, от какого эгрегора. Вот мы говорили о стяжании святаго духа, но я забыл дополнить мысль-то, завершить вернее. А с кем ты вступил в диалог? При стяжании Святого Духа, это не значит, что ты с Богом вступил. То есть ты сел на диету, в кавычках имеется, то есть постишься, молишься и так далее. Но если своими образами мыслей ты лукавишь или еще что-то по жизни действуешь не так, то ты вступишь-то в разговор, в диалог не с Богом, а с одним из эгрегоров. И я знаю такую массу тех экстрасенсов, с которыми приходилось встречаться, как Нина Николаевна из Кронштадта, там у нее откровение, есть некоторые такие, действительно, вот они садятся, и начинает рука у них сама пишет что-то, они получают информацию.
Читаешь там, да, интересно что-то, всякие события, причем могут предсказывать там и землетрясения, и еще какие-то катаклизмы. Но дальше возникает вопрос, откуда они это получили? Я вот, например, знаю, там подпись была «Эвелин». То есть кто тебе дал «Эвелин»? Это Бог или кто? Я не знаю, мне говорит, вот говорит вот он «Эвелин». А кто такой «Эвелин»? Чего? То есть ясно, что это эгрегор. А как точно определить, с кем ты разговариваешь, с Богом или с эгрегором? Да еще с какой степенью затемненности этот эгрегор? А определить это можно только благодаря устойчивости. Ежели, руководствуясь вот теми указаниями, которые вы получаете, подсказками оттуда, если ваши действия и жизнь идет нормально, значит, вы получаете советы оттуда, откуда надо. А ежели раз облом, два облом, три не получилось, значит, надо пересмотреть. То есть вы диалог-то ведете не с тем, с кем вам хотелось бы, может быть, а получаете от совсем наоборот. Вот. То же самое и в снах это бывает. Ну, об этом мы уже говорили в предыдущих лекциях. Но здесь важно понять, что мы говорим о чем? Что эгрегор – это надличностный фактор, способный к управлению людьми в той или иной степени. То есть, либо жестко, либо в пределах определенных, значит, дает ему возможность, а в принципе управляет процессами. Значит, поэтому отсюда вывод-то вот какой? Его надо помнить обязательно, им руководствоваться. Эгрегор – это одна из сторон объективного, общественного явления, называемого духовная культура. Вот все говорят, духовная культура. А что это такое? Это со свечкой, что ли, в церкви стоять? Или книжки какие-то читать там про жития святых, которые писали там еще неизвестно кто? Вот. Что такое духовная культура? И мы говорим, что вот когда здесь назвали коллективный дух, вот это и есть духовная культура. То есть существование биополей, эгрегоров, оно объективно. Но вся материалистическая наука, весь общественный строй, в котором мы живем, он этого не признает, он этого не понимает, он этого не знает и не хочет знать. Вот в чем ужас. А это есть на самом деле? Вот этому надо учить в школах, в детских садиках, методики определенные, в вузах, как это все делается. Учить человека владеть этим, навыками этими. А об этом вообще нет. Почему нет? Потому что и этого материалисты, марксисты, мраксисты, они этого вообще говорят. Этого нет. Так не может быть, они говорят. А как не может быть, когда биополе-то уже ученые говорят, есть? Ну и пошло-поехало. Если биополе есть, что это такое? Оно наделено, оно несет информацию, наделенную меры. Одинаковость биополей, резонансная система. Резонансная система – это эгрегор. Ну и а дальше мы уже обо всем этом говорим. То есть это в жизни людей это есть. А нас этому тили-тили, трали-вали. То есть мы этого не проходили, этого нам не задавали. Нигде этому не учат. То есть, повторим, эгрегор – одна из сторон объективного общественного явления, называемого духовная культура общества, порождение и преобразование свойственных обществам эгрегоров, коллективных духов, соборностей. Вот что такое соборность, мы дальше тоже рассмотрим. И если уж говорить по большому счету, а надо говорить по большому счету, то вот внизу на картиночке что изображено? В культуре, из истории мы знаем, значит, была иудейская культура, ну, во всяком случае, по Библии. Потом появился Иисус Христос и говорит, иудеи, не так мы живем, надо жить по-другому. Значит, потом Мухаммад пришел. Так дальше, вот внизу. Получился, что был иудейский эгрегор. Иисус Христос пришел, начал проповедовать свое учение, подлинное учение Иисуса Христа. И он сформировал эгрегор
христианский. Его Савел Павел извратил там и так далее, но и он начал теперь жить, разрушив немножко иудейский эгрегор. Потом Мухаммад сказал, пришел тоже пророк, и он создал мусульманский эгрегор. И вы чувствуете вот разницу в существовании, когда эти церкви там все встречаются, или когда приходите в одну, в другую или в третью церковь. Разница этого духа, который царит там, там и там. Чем она определяется? Она определяется как раз мерой. И теперь что? Концепция общественной безопасности. Мертвая вода. И мы говорим открыто. Вот если здесь ничего этого не говорят, то мы говорим, мы формируем эгрегор к богодержавию. То есть эгрегор тех людей, которые осознанно работают на освоение каждым и человечества в целом, освоение генетически обусловленного потенциала развития, стремясь совместить свой вектор цели с вектором целей Бога. И опять здесь принципиально важно что? Что вот здесь, в этой культуре, эти эгрегоры формировались по умолчанию, то есть люди не понимали, что и как происходит, от них это скрывали. То есть эти эгрегоры неосознанные. Наш эгрегор носит сознательный характер, то есть люди осознанно, понимая всю физику процесса, как это происходит, то есть действуют осознанно. Вот эти люди действуют неосознанно, в обход их сознания, через подсознание. А мы действуем осознанно, понимая, как это, что, к чему. И говорим, не надо бояться никакой информации. Информация, она же объективна. Запретами, вот как многие там пытаются сейчас запретить интернет, ограничить доступ. Да глупости все это. Просто, ну, несерьезно. Значит, они просто боятся, они сейчас в ужасе, в страхе. Многие пытаются нас там запретить, что-то говорить. Вот. А ты как запретишь? Информация, рукописи не горят. Помните Михаила Афанасьевича Булгакова? Все. Если информация то есть, то как ты ее запретишь? Никак ее не запретишь. Поэтому не надо бояться никакой информации. А что надо делать? Надо осознанно относиться к ней, различая правду от лжи, верное от неверного и так далее. То есть обладать развлечением. А развлечение дает что? Принятие в круг своих понятий, понимание триединства, материя переобразуется по мере развития и знание процессов управления и самоуправления, как в обществе, так и всеми процессами мироздания. То есть, вообще говоря, то, о чем говорит концепция общественной безопасности «мертвая вода». Дальше. Управление эгрегора путем энергетического и информационного воздействия. Но мы уже с вами усвоили, что мощь эгрегора намного больше энергетической информационной мощности отдельной личности. То есть эгрегор гораздо мощнее отдельного человека. Поэтому, если параметры настройки энергетика личности соответствуют некому эгрегору, то есть вы в образе своих мыслей, значит, в полете своей фантазии или еще что-то, значит, или как-то так настроились типом психики, настроились на определенную информацию, свойственную такому эгрегору, то эгрегор может поднять и унести такого человека, пережечь его, то есть смять, смолоть, сожрать и перемолотить, раздавить и так далее. Ну, это состояние, знаете, вот когда у людей, ну, многие наверняка переживали, когда вот, это называется, зациклился на одной мысли, да, вот на каких-то обстоятельствах, и человек начинает сам себя внутри распалять, это так, а это так, а тогда будет там, значит, и дальше он как бы сам настраивается на эту волну, а это же соответствует определенному эгрегору, и все это раскручивается, раскручивается, и человек не может вырваться из этого, то есть эгрегор его понес и может вообще, так сказать, довести и до смерти, вообще говоря. Поэтому мы и говорим о том, что все болезни, они носят, вообще говоря, информационный характер –